Всем привет, наконец-то обновился проект монахини в Майнкрафте. Давайте сегодня посмотрим. Теперь можно взрывать как добрую, так и злую монахиню. Evil Nun. Смотрите, я все сделал четким, установил такой текстур пак, который мне дал Егор. Давайте начинать. Сейчас побежим к Граалю. Видите, как все четко, смотрите, какой текстур пак классный. Так, где Грааль? Смотрите, у нас здесь Грааля нет. Возможно, он где-то находится в школе. Пошлите искать. Я думал, все так просто, и он будет в бункере. Но, похоже, Андрей его спрятал в школе. Так, нету. Вау. Это интересно. Так, ну в печи его никогда не было. Так, хорошо. Тогда бежим на второй этаж, скорее всего. Походу, все проверяем. Так, где монашка? Кстати, Грааль был еще здесь иногда. Ну, поднимайся ты быстрее и быстрее. Сейчас монахиня будет атаковать. Стол овая. Закрываемся, чтобы она ни до чего не догадалась. И так, что там было? Нету Грааля. Вау. Желтый ключ. Я сейчас все найду. Кроме Грааля. Прикол. Грааль? Мерзкий звук. Вау, видели, где он был? Ключ от краски. Так. Тогда побежали ставить Грааль. Но получается, мне сейчас нужно будет все переставлять, что ли? Так. Полная монашка уже спит. Так, а где злая-то? Я пока что бегу ставить Грааль. Надеюсь, у нас выпадет именно та самая голова. Взрыв на высоте. Остается только надеяться. Так, все, закрылись. Кстати, нет. У меня сейчас пропадут предметы. Давайте спрячем тогда проводок и ключ вот сюда. Зачем я ключ взял, не знаю. Скорее всего, у меня инвентарь очистится. Пробегаем, ставим. Так, 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 что же будет? Ес, взрыв на высоте. Новый контент разблокирован для этой главы. Вот тогда Андрей сделал, чтобы Грааль нужно было искать. Посмотрите-ка вы. И это очень реалистично. Проверяем кровать. Yes. Продукт на месте, ключ на месте. Все прихватываем. И сейчас будем максимально осторожны. Потому что мне нужно поставить проводок. Чтобы монашка меня не тронула. Видите, у нас все шкафчики открыты также. То есть у нас процесс игры не сбивается после постановки Грааль. Юкрон Бэшн, где она? Она здесь была. Она уже успела подняться. Так, так, так. Открываем. Берем тоже заодно. Все вообще берем, что можно. Так, давай беги, беги, беги. Прям в обход. За километр бегаем. Она, конечно же, видела, где я. Ну ладно. Бам. Пробежал. Это есть. Что я еще мог оставить? Метла. Ладно, возьмем. Что здесь? Ничего. Метла. Так, нам нужна масленка, чтобы у нас заработал лифт. Так, 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 так. Монашка очень злая. Если она мне грохнет, я окажусь не пойми где. Давай, давай, я ее заманиваю. Смотрите-ка. Обхитрил. Резко жмем на кнопку. Все, не страшно. Так, дождемся звука. Все. Так, там у нас добрая монашка приехала. Смотрите. Нет, лом дали. Я думал, лом не будут давать. Добрая монашка ходит, белье относит. Вау. Как это все классно. Как будто бы я нахожусь в реальной игре. Так, мы сейчас что ищем? Все составляющие куклы. Так, здесь, конечно, ничего нет. Я уже, похоже, ищу не то. Там у нас 9.30. Ничего нет. Потому что у нас кукла вот здесь находится. Так. Кукла же здесь. Да. Это есть. Куклу взяли. Ух ты. А, я уже как будто бы собрался идти в лабиринт. Сейчас берем книгу. Она находится рядом с кроватью. Сестра Марта. Изображена на доске. Так, так, так. Монашки там нет. Добрую монашку уже вызывают.
Мы сейчас пока что бежим за Библией. Так, все, нам лом уже не нужен. Выкидываем, он как стекло, кстати, выпадает. Ставим Библию. Самое интересное, это каким образом будет у нас работать кукла. Потому что она теперь уничтожает как добрую, так и злую монахиню. Бам. Все. Ход открыт. Раз-таки прикол. 64 динамита. Давайте возьмем все динамиты. Так. И сейчас их просто распределим в каком-нибудь ящике. Тут есть какой-нибудь ящик? В принципе. Сюда можно садиться, да. Вот так прям. По 7, там по 3. И себе кинем один. Все. Это уже есть. Так, так, так. Динамит. Кинул хорошо. Бам, кукла. И осталось найти золотой ключик. Заводной ключик у нас может быть в ванной. Так, так, так. Хотя он должен быть на втором этаже, по идее. Как в реальной монашке. Но Андрей решил поместить его в ванну. Есть. Кривошип. Он раньше так назывался. Сейчас он называется заводной ключик. И то даже и так не называется. Потому что у нас уже кукла собрана. Все, уехали. Сейчас будем тестировать. Самое интересное начинается. Если мы куклу выкидываем, это значит, что она уже пошла. Мы получаем динамит. А если мы выбрасываем динамит, то значит, мы взрываем куклу. Вот такой прикол. Сейчас ищем монашку. Видите, в чем удобство? Что мы можем запускать куклу в любом месте на карте. А, кстати, мы тестово же можем ее уже сейчас запустить. 10, 9, 8, 7. Бам. И произошел взрыв. Drop TNT to explode. Кукла на месте, смотрите. Пока что никого не задело. Бам. Я успел закинуть куклу. Смотрите. Монашка странная. Бам. Так, хорошо. Сейчас забираем один динамит. Монахиня дает нам возможность создавать куклу. Кстати, у нас обнуляется весь инвентарь. Бам! А, вот так даже. Смотрите. У нас монашка как будто бы устранена. Ура! Она не может двигаться. Есть баг. Видите, она не ходит. Класс. Монахиня не ходит. А что будет, если я ей попадусь? Давайте проверим. Сейчас куклу готовую переместим в шкафчик. Она только агрится. Вау. Вот это мне нравится. Баги, конечно, веселые. Так. Тестируем. Подходим к ней. Убьет ли она меня? Давай, ты же агришься на меня. Нет, она не убивает. Ура. Смотрите, я ее могу даже толкать. Куда хочу. Ладно. Теперь берем куклу и будем взрывать. Прямо перед монашкой. Кукла взяли он. Это у нас Егор. Бам! Кинули куклу. У нас ТНТ. Бам! Так, где ты? Почему-то монашка жива. Это очень странно. Хорошо, сейчас протестируем на доброй монахине. Если успеем. Где мой динамит? У нас полностью очищается весь инвентарь после того, как мы взрываем куклу. Уже дверь открываем. Даже можно эту открыть. Лифт снова вернется через 20 секунд. Так, это все открыто. Да, это очень интересно, почему монашка забаговалась аж настолько, что она и не атакует, и не взрывается. Возможно, она уже погибла. Ее, может быть, взрывом задело, когда я тестировал куклу. А нет. Выкидываем. На, лови. Все, где она? Смотрите, просто лежит. Вот это да! Я уничтожил добрую монашку. Смотрите, ее как-то можно брать? Нет, ее даже бить нельзя. Видите, она не распадается. И у нас получается фургон никуда не уедет. Вот тогда. Вот это был полный прикол. Тут даже можно некие эксперименты снимать.
Смотрите, что я сделал. Я на нее случайно одел куклу. Ну-ка. Гейммод. Нам нужен креатив. Куклу можно забрать? Нет, похоже. Я сейчас сломаю блок. О, куклу взял. Я ей блок поставил. Смотрите, прикол. Все, уничтожил монашку. Бам. Все, класс. Я, во-первых, добрую монашку устранил. Во-вторых, ее просто удалил с карты. Сейчас попробуем то же самое сделать со злой монахиней, потому что она больше этого заслуживает. Андрей, молодец, у нас механика уже просто на мега уровне. Это есть, смотрите, но монашка не агрится. Она застыла. Вот в чем дело. Так, один динамит. Так, так, так. Каким образом взрывать монашку? Видимо, надо очень близко подходить. Сейчас попробуем это сделать. Прямо вот здесь будем взрывать. Да, она меня уже, увидите, простила. Интересно было бы посмотреть, как монашка взрывается. Отпадет ли у нее молот? Выкинули. И кидаем прямо при ней. Победили. Ура, все, смотрите. И молот в руках. Андрей просто гений, смотрите. Мы злую монашку тоже победили. Ой, она респавнилась. Вы видели, она еще и респавнится. Я такого не ожидал. Ладно, хоть я на нее смотрел в этот момент. И все, она жила. Она идет ко мне. Давайте попробуем подорвать ее в тот момент, когда она будет реально на меня бежать. Только мне сейчас нужно будет грамотно выкидывать. Бам! Так, монашка, давай. Так, сейчас я срочно бегу за динамитом. У нас сегодня динамитная серия. Или кукольная. Так, один есть. Yes, сматываемся. Где ты? Она забыла, что я здесь. Так, что там было за белое свечение? Бам! Уехал, yes. Ой, не сюда. Я к секретарю пошел пока что. Проходить игру сегодня не будем. Сегодня балуемся с куклой. Монашка, привет. Сможешь ли отсюда достать? А если так переместиться прямо на нее? Смотрите. Это жесть. Так, я где? На втором этаже. Непонятно зачем Андрей меня перемещает сюда. И будет ли у нас в лифте кукла? Да, кукла есть, ура. Так, а монашку куда перемещают? Она меня грохнула у секретаря. А она здесь. На! Давай, подходи. Бам! Я ее положил просто. Ну, на видите, какая странная. Все, срочно заряжаем куклу. Она странная тем, что она сейчас респавнится и опять будет на меня нападать. А вот когда я к ней сейчас подходил, она не нападала. Получается, после того, как она меня убила, она почему-то меня прощает. И уже не может на меня нападать. Вот такой есть баг. Я очень легко ориентируюсь на карте, потому что это прям реально настоящая монахиня игра. Да, здесь столько трудов. Просто мега много. Обязательно оценивайте проект лайками. Сейчас буду пробовать взрывать вот такую активную монахиню. Выкидываем. И прям при ней это все делаем, смотрите. Она встает. Это мы куклы как будто бы идем. Бам. Теперь все встало на свои места. Мы реально идем куклой. Давайте смотреть, как она респавнится. Появилась, смотрите. А там монашка исчезла. Мы теперь видели полностью все. Давайте на этом видео закончим. Андрею большое спасибо за новую механику взрывной куклы. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно комментируйте. С вами был Топси. Всем пока.